Оказать первую помощь и ликвидировать последствия аварии. В столице провели масштабные учения подразделений гражданской защиты. Отрабатывали слаженность действий во время ДТП с пострадавшими. Участие принимали спасатели, медики, полиция, Красный Крест и гражданские организации. Был там и Валерий Бакус. Киев – столичное шоссе. На обочине – перевернутая маршрутка с пассажирами. Рядом – бензовоз. По легенде учений, после столкновения с автобусом из цистерны вытекает топливо, возникает пожар. Люди в салоне заблокированы, есть пострадавшие. Начинается спасательная операция. Первыми на место прибывают спасатели. Одни тушат пожар, другие эвакуируют пассажиров автобуса. Сначала через аварийные выходы помогают выбраться тем, кто не нуждается в экстренной помощи. Затем медики извлекают травмированных. Пока кареты скорой помощи в пути, людей переносят в специально подготовленные зоны. Пострадавших в критическом состоянии укладывают на красный брезент. Тех, чьи травмы не смертельны, на желтый. Работают реаниматологи. На площадке вместе с медиками волонтеры общественной организации «Мотохелп». Двухколесные часто приходят на помощь спасателям и скорой во время масштабных аварий. В первую очередь вместе с медиками «Красным Крестом» и МЧСом вытащили с автобуса. Проверили на состояние критических, сразу госпитализировали. Скорых, остальных тоже сейчас обрабатывают. В таких ситуациях необходима и помощь представителей Красного Креста. Среди них есть и спасатели, и медики, и психологи. Мы помогаем делать первую домедичную допомогу, мы все умеем. Мы занимаемся, вот все зеленые, все наши. То есть люди, которые не имеют серьезных повреждений, мы их забираем, чтобы помочь им. После того, как скорые увозят пострадавших, участники подводят итоги. В целом довольны. Однако на практике такой слаженной работы достичь удается не всегда. Мы сегодня видели, как слаженно работают все службы. К сожалению, в реалиях это не так. 50% людей гибнут в каретах скорой помощи и на койках. Организовав службу спасения на дорогах, которая будет обладать и навыками, и специальной техникой по извлечению пострадавших из транспортных средств, мы спасем около 50% людей. Ежегодно на украинских дорогах в ДТП погибает около 3500 человек. Чтобы сократить количество смертей, Институт безопасности дорожного движения разработал план системного подхода по снижению смертности в ДТП. Там уверены, что уже через год после его внедрения количество жертв аварий сократится наполовину. Валерий Бакус, Юрий Шульга, Киев, «Твой дом».